Дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами, как всегда, я, Леха, мой ник Энтародун, вы находитесь на канале Hardplay, и мы прямо сейчас продолжим играть в Апсулов, вот в эту вот скандинавскую вот эту страшилку. Уж больно мне интересно стало, и, решил я добить полностью, то есть прям доиграть, знаешь, прям в нее как следует. Ты знаешь, погрузился, она меня с середины игры как засосала, как начала засасывать, как бы... лаги. Вот, так что спасибо, ребята, всем, добро пожаловать на стрим. И на видео, там, кто на ютубе будет смотреть, все полезные ссылочки внизу в описании найдете. Там инстакарточка моя, все остальное. Завтра, кстати, свою детскую фотокарточку кину, а то меня люди давно просят. Я ее, кстати, нашел. Я там красивый тоже с собачкой. Вот, так что все, поехали. Ай, ну давай, на одну серию. Мартышки пойдем на ютуб играть. Чуть у меня сенса куда-то упала. Я просто не верю в это. Ключи, они открыли Апсулон. Чего? Западное крыло. А где запад? Так, мы на юге. Север, юг, запад. Апсулов они открыли. Молодцы, что? Что мне еще сказать? Мне вниз, что ли, надо слезть? Я по корням сейчас слезу. Смотри, проверяй. Паркур! Нормально. Страшно прям. Страшилка. Руку забыл. В смысле руку забыл? У меня все на месте. Лё какое. У меня рука 2.0 версии. Какая странная форма. Мои чувства, они совсем не такие. Могу видеть все, не используя гортань. А, могу говорить все, не используя гортань. Шутить про гортань, ну ладно. Сейчас эти тараканы эти все побегут во все щели. Ребят, не спамьте только. Так, сейф есть. Давайте тут без... Посмотрел составляющие характеристики компа твоего друга. Ну, нормально там все. Нормально, нормально. Блин, сейчас здесь на меня опять тараканы будут нападать. Я обижусь. Кажется, им насрать почему-то. А, мне надо опять кнопочку, что ли, нажать? Опять от тараканов бегать? Серьезно? А, я вот здесь забьюсь. Да ладно, что, опять долго ехать? Слава богам. Хранители Хельхейма. Это ужасные люди, которые умерли, но их внутренний демон проклял их, заставляя искупать свои грехи сполна. Ля, твари ползают. Ля-ля-ля-ля. А я в домике, меня здесь не трогают. Что-то меня терзают смутные сомнения. Ты, брат, давай сюда, нищий надо щемиться. Ой. О, не, нормально. Блин, пипец, я читерное место нашел, прикинь. Охренеть. 200 метров. Я здесь, знаешь, сколько отсиделся? 600 метров я здесь просидел. Что, вас немного ли в этот раз, нет? Слышь, не надо, парни, тормозите. Что у вас чересчур много. Ты же жопа!
Найс вообще просто. Ни хрена себе подлетел. Нормально, вы, пацаны, писик нос подтянули. Что такое? Там сейф был с той стороны. Опа! Блять, не надо. Только не по лицу, я им говорю. Не, ну ты видел? Возвращайтесь в Хельхейм. А это что такое? Подожди. Ясно. Блин, да вы угораете, да хорош меня... Шо, лохи? Обидно, да, наверное? Дядя Лёша, распрыжечка! Ёпта. А, да. Сейчас бы, блин, в мир мертвых возвращаться, серьезно. Топ-10 смерти руферов. Че, поздравляю, мы опять в этой жопе. Изучите свое прошлое в Хельхейме. Мы должны перебраться через эту расщелину. Вон те колонны на другой стороне. Я не уверен, но мне кажется, что ты сможешь активировать их выстрелом из... Чего? Да я подойду, я не обломаюсь вроде как. А, мне в них типа бахнуть надо? Лёша сейф сначала нажмёт. Ты думаешь, он достанет до туда? Да ладно. Найс. Эй, гайс, у меня все найс. Опа. Лево, право, право, лево, лево, право. Право. Нет, лево. Нет, право. Не, давай налево. Понял. Червяк Анатолий хочет покушать. Крот Афанасий. Я понял. Нашел его раньше. Вот такая вот жизнь. Без упрека и фальши. Он искал, но его нашли раньше. Не дохера ли вас нет здесь? Да, сейчас. Да, слез. Ого. Ого. Это я что, в этот, к этой, к Хель пришел? Охренеть. Слава Одину. Все в точности, как в книгах. Храм богини Хель. Отворяй, собака! Что говорится в книге? Сердце Одина наполнено яростью. Его сын отдал свой последний вздох, чтобы вызволить его из темноты, заплатив за это своей жизнью. Врата останутся закрытыми до тех пор, пока тот, кто хочет пройти, не докажет, что достоин этого. Врата открываются только через жертву. Чего? Хранители Хельхейма. 9 хранителей парят по земле, охваченные темными силами, недалеко от храма. Не понял. Кто там, где, я не понял, парит? Найс, и дверку за мной прикрыли. Давай налево сначала пойдем.
У меня на них хватит ли энергии-то? 9 хранителей поряд. У меня патрон не хватит от всех отстреливаться. Не понял. Так, давайте меня не пугайте. Ёпта, куда идти-то? Темный, мрачный. Понял. Блядь, и как понять, кто такие хранители? Кто-то там парит где-то. Не парит. Что это такое? Ага, вообще классно. Кого? Бля, что это за лабиринт? Кто-нибудь мне подскажет? Нет, еще нет. Нихера не понял, но было очень интересно. Какой-то, короче... Не знаю, вниз, может быть. Это очень важно сейчас было. Да ёпта. Куда бежать? Кого? Чего? Кто-нибудь вообще что-нибудь понимает? Нет? Пробуй пауков бить. Блин, давай попробуем. Да! А, спасибо, блядь, за совет. Все, кто про пауков писал, сразу в бан. Смысл-то какой, пацаны? Типа зафейлить игру? Ну такое. Хранители есть, пауки. Проверяй. Понятно, просто. Какие огни? Где? Просто заряда. Подождите, но это стопудово здесь. А! Не, разбанивайте. Код красный, код красный. Бля, разбанивайте. Там пацаны нормальный совет дали, кстати. Там бы это разбанить, ребят, толпа отлетал. Нормально. Банчик. А чё, где еще эти курлы? Курлык. Сколько там уже? 4? Руку-то не оторвет. Так. Где-то там вот еще.
здесь. Где счет, а? Вот зараза, когда не надо... Когда не надо, не найти вообще, просто. Слушай, ну здесь закончились они. Даже не слышу их. Не-не-не-не, не может такого быть. Погнали по всем коридорам. О, дурак где-то орет. Где? Покажись. Это финал игры, да. Сейчас к Хель пойдем. Это где-то здесь вот орут. Знаешь что? Там же два прохода. Не обязательно, что в одном только. Правильно? Розыгрыш. Ну, если ты здесь ради розыгрыша, ну, как бы... Прикольно. Помянем. Пойдем направо сходим. Что я их искать, что ли, буду? Не прячется, щемится. Пойдем направо сходим. Спокойно добьем там пару штук. Сон идти в эту сторону. Сейчас самое интересное будет. Мне интересно, чем закончится. И кто нас, главное, встретит в этом хеле. Зарядок здесь, конечно, от души понаставили прям. Ага, найс. Вообще просто найс. Блин, два еще осталось. Да вы гоните. Погнали искать что. Розыгрыш сегодня будет, ребята, я вам обещаю. Что вам сказал, то что будет? Я не буду долго затягивать, сейчас серию доиграем, разыграем, ну вот, вообще без вопросов. В следующий раз просто комплекты мерча разыграем. Лех, ты нас любишь? Без вас скучно, пацаны. Знаешь, как уже без стримов уже не то что-то. Я же говорю, я в отпуск уезжал, и когда, хер знает когда. О, о, музыка, напруженка. Наверное, в самом конце. Ага, слышу. О. Первый клиент. Где? Где еще один пациент? О. Возвращаясь к вратам как можно незаметнее. Незаметность мой конек. Незаметность вообще это мое второе имя. А что так и есть, ребят, я же тоже привыкаю к вам. Привыкаешь уже. Если бы я стримил, ребят, просто поймите, если бы я за бабки чисто стримил, да, там. Для рекламодателей, ну, чтобы вы понимали, стрим это всего 2 часа. 2 часа отстримил, все, ты плюс бабки. Типа, да. Я никогда не стримлю по 2 часа, то есть крайне редко. Я всегда мне по кайфу посидеть, пообщаться, я не знаю, кайфануть, с людьми поговорить. Ну и что, открывай, собака. Слушай, ну это дочь Локи, Хель, богиня. Блин, да что же здесь нас ждет-то? Ну что же, она сама, что ли, объявится? Слушай, ну подожди, если она... Она же должна быть огромной какой-нибудь.
Атмосферненько у тебя тут, мать. Ну, пойдем. Что-то, блин, мне пипец как интересно. Что сейчас, чем закончится-то? По идее же мы Локи должны нагнуть. По идее. Лё, какая конура. Ого. Вообще, я так чувствую, здесь момент истины будет. Найс. Ты ж, мать, у тебя палаты вообще. А, вон она сидит, наверное. Вон она сидит. Именно там закончилось ее путешествие в этом мире. Дочь Локи, повелителя Хельхейма. Она была уничтожена ради возмездия за сына, за смерть сына Одина. Она действительно заслужила это. Может быть и нет. Смотри назад трона. Источник света сзади трона. А вот и Хеля, ребята. Какие глазки горят. Родная. Ты только что... Каково это? Моя рука очень холодная, я почти ее не чувствую. О, твоя рука поглотила энергию Косе и отправила ее в Эйтрий. Это не должно было случиться, разве что... Слава богам, твое тело получило сущность самой, Хель. Теперь ты стала полубогиней, получив часть своих удивительных сил. Теперь ты можешь поглощать смерти. Я говорю о духах, ты можешь забирать их силу. Уничтожь замок, который держит нас заперти. Понял. Да ладно! Охренеть! Я бог, ты лох! Здравствуйте. Ну-ка, ща я выкану. Сюда, бля. Здорово, парни. Где там Локи-то, ты говоришь? Ась? Шо по Локи там вообще, в целом? Как дела обстоят? Где там этот? В маске. Стример ЧСВ, кста. Соглы. Что это такое? Подожди, ну если я бог, я должен быть каким-то бессмертным, я не знаю, там богом. Локи тоже бог. Да, кста. Слушай, ну это проблема. Что Локи тоже, как бы... Божество это прям проблемка. Слушай, ну подожди, он нас не должен трогать, потому что мы как бы воплощение его дочери. Погодите, я же получается взял душу его дочери, правильно? Пипец, мы тут все сломали. Ты полубог, а Локи полноценный бог. Согласен. Слушай, ну все равно. Как полукровка, что ли, какой-то. Что-то у полубога ХП тоже отнимается. Это так. Слово. Слушай, ну мы царство мертвых вообще просто, я не знаю, тут переворот какой-то устроили. Бунт тотальный. Пришло время уничтожить хранителей. Как Кратос в прошлом. Слушайте, да, кстати. Так. О! Энергия принца вам поможет. Thank you.
Слушай, да здесь душ-то было немерено. Где они там? Слава Одину, Хельхельм пробуждается. Сейчас я тут всем пробужусь. Минус хранители, минус вообще все. Стоят, вот это вообще одобряю, пацаны. Не понял. Давай мне тут планы мои не ломай. Давай, оживай. Найс. Был пацан и нет пацана. Какая-то. Ну и нахрен я сюда пришел. А, не, погоди, все правильно. Разрушительная сила Мьёльнира в сочетании с умением поглощать смерть. Согласен. Смертельно опасная комбинация. Слушай, ну что-то у меня вообще какой-то вак-машина бабенка стала. Что-то прям реально, ну, какая-то она жесткая. О, эти! Никак не могут оторваться от них, типа души. Скорее поглощай их, даруй им свободу. А, это я могу. Всем свободу. Всем работягам свободу. Где там? Кто там еще был? Вот почему я их убивать теперь могу. Я же у них душу забираю. Не только типа тело, но и душу. Это жестко. Это жестко, пацаны. А дальше? Свободу попугаем. А-а. Дальше, ну я не знаю, наверное, по прямой. Блин, так как же мы, где же мы с Локи-то будем махаться? Мне прям стало интересно. У кого там кран протек? Не, пацаны, по-моему, не по прямой. Возвращайтесь в Мидгард. А, в Мидгард. В Мидгард это мне тогда он туды. Направо. А, сейчас Локи будет за заруба. О-о-о. Пойдем-ка. Сейчас я так чувствую. Хельхельм оживает. Да-да, вот он почему сказал. Сейчас смотри его. Просто с правой, короче, потом с левой. Потом беру на прогиб. Просто приезжают два брата дагестанца. Или чеченца, короче. Берут на прогиб, заламывают. Вырывают просто руки, ноги. Все, что только можно. Там пацаны умеют. Да. Все, короче, минус Локи, минус все. Поехали. Так. Возвращается Мидгард. Где этот Локи? Наконец-то. Одного и три. Короче, эта комбинация сможет нагнуть этого товарища. Что это такое? Ну-ка, открой. Откройте, милиция. Куда этот проход, я не понял. А, камушек забрать. Ну, 17 камушков тоже немало. Сейчас будет один прогиб, и он погиб. Где эта хадость? Ага.
На. Ой, помогите. А, вот здесь уже не бесконечно. Я понял. Ну подожди, ну давай просто пробежим, да и все. Че нам устрались эти... Если они не дают даже нам заряда. На крайний случай, если что, выконем, если когда уж совсем подожмет. Например, вот как сейчас. Можно вообще было, кстати, парик собрать и просто и в конце долбануть. Вообще можно никого не трогать, пробежать и все. Страшилка. Ну и? А, нам же еще сейчас прилететь надо, да? Где там этот пульт? Чпуньк. Итак, вот таким стал этот мир. Царство хаоса и разрушения. В своем безумии он выглядит... Эй, Хенрик, как обстоят дела в Мидгарде? О, точно. Ты ведь никогда не видел этот мир? Он померк, темные города и уничтоженные страны. Мне кажется, я никогда не мог подумать о том, что Мидгарда не останется. Мои слова сложно. Но все было не очень плохо. Мидгард — это мой дом. Вернее, он был. Люди приходили в этот мир, чтобы жить, но каждому человеку нужно было бороться за свое существование. Что ты делал, чтобы спасти себя перед тем, как все это случилось? Семья. У меня была Сара и Элис. Они были важнее всех остальных вещей в этом мире. Хенрик, кто такая Элис? Элис — это наша дочь. Она заболела так сильно, что даже Borg Corporation не смогла спасти ее. Отчаяние довело меня и Сару до края. Мы хотели выйти за пределы разумного, чтобы найти способ спасти ее. Именно тогда нам удалось найти Апсулов, используя голос, который поселился в наших машинах. Локи. Сначала это казалось благословением. Он помог спасти Элис и предоставил нам столько информации, что каждый из наших экспериментов, короче, был успешным. Именно в этот момент он смог проникнуть в нашу систему. Когда я понял, что происходит с сотрудниками, было уже слишком поздно. Все, что мне оставалось сделать, это активировать экстренную систему защиты, которая заблокирована входной канал. Что случилось с твоей семьей? Скорее всего, Сара погибла в самом начале этого хаоса. Мне кажется, что я прекрасно понимал, что в течение всего... Да никто там не выжил, господи, кто там мог выжить в таком... Как только я увидел глаза Элис, которая вновь услышала свою мать, я забыл обо всех подозрениях. Я просто слушал свою жену, собирая все новые и новые ключи. Я считаю, так бы поступил любой отец, если была бы такая возможность. 100%. Локи, ребят. Это просто Локи. Пойдем его рубать. Мы должны уничтожить Локи. Ради спасения человечества и жителей 9 миров. Я приказываю тебе. Ты должна уничтожить Локи. Да, легко сказать. Сложнее сделать. Я не знаю. Если был бы хоть какой-то шанс поговорить или вернуть к жизни усопшего человека, я считаю, что в одном даже из миллиарда случаев любой бы отец вернул своего ребенка назад. Бы это грустно не звучало, но... О! Локи! Всем сосать, работает ОМОН! Твою мать! Стреляй в него! Опа, обидненько, да? Я тварь Мансит. Сила, которой ты наделена, сила моей дочери.
Я чувствую ее силу. Где этот пес? Где он? Доказала, что тебе нет равных в этом мире. Покажи мне, на что ты способна. Сейчас покажу, брат. Ага. Где этот пес-то? Блин, как бы у меня не закончились патрики. На мою чудо-пушку. Подожди, он сюда что ли шел? Почему мне показывать сюда-то? Понял. Что-то я... Здорово, бро, здорово. Что-то я не обратил внимания, куда он ушел. Или наверх? Вверх он сломался, лестница. Слушай, ну он мог уйти только назад. Он мог уйти только назад. Интересно. Че он, туда, назад? Назад в Хель, что ли? Не знаю, выкануть, что ли, тут? Найс, выканул, проверяй. Я не знаю, но у меня одно мнение, это то, что нужно идти просто назад в этот. Он просто от меня там, наверное, захотел скрыться. Что ж те, Локи? Наверное, так. Конец игры сейчас уже. Надеюсь, я сейчас не ошибся. Очень на это надеюсь. Да. Ля тварь. Розыгрыш сегодня, завтра. Может, послезавтра. Для тебя вообще никогда. Вот, стоит. Просто вакчай. Сюда-ка. Смотрите, черепушки все назад отправим. Вот и все, и остались от вас. Ничего от вас не осталось. Давай сохранимся. 2 секунды. Я даже не видел то, что там это провал. А здесь все рядышком. Слушай, по идее, я же их могу даже не добивать. Типа, ну, если даже они на меня быкуют, просто берешь сюда, подходишь, заряду на полную, этого тоже бахаешь, все, дальше погнал. Заряда пополнился, все, погнали. Даже время терять. Почитайте, ладно, ребят, я просто пытаюсь его найти. Мне кажется, сейчас мы его прям в хеле и бахнем. Я так думаю. Раз-два, здорово, брат. Здорово, парни. Ща, у нас здесь напруженка. Твою мать! Ну-ка, нахер от дяди Лёши! Сюда идем. Здорово, здорово, парни. Здорово.
Спасибо за рейд огромное. Спасибо. Раз, два, спасибо, брат. Спасибо, Спасибо. Блин, чё за... Чё за напруга-то такая? Жёсткая какая-то. Где этот чёрт? Куда он убежал? Это финал, да, игры? Да. Твою мать, куда он делся? Не понял. Очканул, что ли? Сюда иди. Ёпта. Куда он, я не пойму. Десантировался-то этот. Спасибо за сапки, ребята. Спасибо, кто подарил. Вообще не вкуриваю. То ли он туда по прямой, наверное, надо щемиться. Там везде двери открыты. Наверное, не разобьюсь, да, я здесь. Ля, тваря забился куда-то. Блин, куда черт делся, а? Пацаны, кто шарит, где он? Не знаю, но у меня остается только он куда-нибудь вон там он. Больше я хз, где он? Да, вот музыка заиграла. Напруга. Или нет? Да. Или нет? Или да. Ля, тварь, а? Ну-ка. Че, все, да? Нет. Не может быть. Это Локи. Ты отправишься со мной. Не понял. Мне что, горло перерезал? Ты ёб, да я второй раз сейчас попаду в мир мертвых. Да как так-то? Да за что? Ты страдаешь. Лёд тварь, а? You bring nothing but suffering. Страха нет. Ты не можешь покинуть это место, Локи. Но мне кажется, ты не совсем понимаешь, дорогая. Я бог. Ёпта. Не понял. Нихера себе. Найс. Глаза, целься в глаза. Ага. Ты прям, ёпта, капитан, мать твоя, очевидность. Блять. Шланг, а. Первыми прям буду долбить тараканов этих сучек. Давай, давай, где? Есть червячки, чини. Со своего червячка вам расчехлю. Давай, давай, где они? Вот они, сука. Блять!
обидно, да, наверное. Блять, сколько же у него жизни, а? Сука, сколько в тебе жизни этих? Все! Выканул дядя Леша! Прям с пыра! Я так горжусь тобой, моя дорогая. Ты смогла дойти до... так далеко сама по себе. Ты моя единственная дочь. Уничтожь его, Хель! Закопай этого ублюдка! Слушай меня, слушай только меня. Пока мы разговариваем, 9 миров разрушаются. Если я погибну, то никто не сможет контролировать их. Ага. Никаких богов и королей. Останутся только жалкие смертные, которые будут бороться за выживание в мире вечного хаоса. Я знаю, как нужно править новым единым миром. Вот. Мы можем заключить соглашение. Ты и я будем править этим миром вместе. Править как отец и дочь. Локи настоящий лунатик. Я бы никогда не доверил ему целый мир. Убей его, Хель, и избавь нас от этого разложившейся скверны. Связь между богами невозможно разрушить. Чё, да конечно! Ты меня два раза убил, дурень! Сейчас, да. Буду я, Локи. Готово. Я сделал свой выбор. Я просто сделал свой выбор. Что теперь будет? Главный замысел Локи был не в том, чтобы принести в этот мир хаос и разрушение. Это финал, ребята. Он не хотел объединить 9 миров. Он хотел добиться успеха. Однако он не сможет править миром, который он создал. Даже это должно стать проверкой на прочность. Что будет с каждым из нас? В Мидгарде? Думаю, что Мидгард больше ничего не стоит. Эти извинения не принесут людям ничего, кроме страдания. Однако человечество справится и выживет. Оно всегда выживает. Ты хочешь знать, что будешь делать ты? Хельхим, покориться твоей воле. После объединения миров тебя никто не сможет остановить. Ты можешь принести в этот мир порядок и закон, Хель. Возможно, когда наступит правильное время, мертвые смогут ходить в этом мире среди живых. Мы все узнаем. Когда придет это время. Локи, ребята, бог обмана. Доверять ему это... это ни о чем. Ну что ж, как обычно, мой небольшой отзыв по этой игре, как и по любой другой. Поставил бы я ее в полку, нашу любимую с вами, с нетленками. С теми играми, с которыми бы я переиграл вновь и вновь. 50 на 50. Начало очень скучное, максимально скучное, и не знаю, что-то меня прям оно не зацепило. Есть криповые моменты, они меня заставили... прям, знаешь, прям реально очкануть. Я бы хотел отметить, что это первая игра с подобным сюжетом. И это плюс, это огромный плюс. Поиграл бы я в нее вновь спустя какое-то время? Поиграл бы. 100% бы поиграл. Страшная? Страшная. Да, есть криповые моменты, атмосфера, музыка. Все здесь, ну, на высшем уровне. Надо отдать должное этой игре. Не знаю. Каждый, наверное, сделает свой выбор, но сюжет интересен. Благодарим вас за игру. По-простому решили в конце написать. Прошел бы я ее, но, ну, возможно, когда играть бы было не во что. Оценка из 10, 6 из 10 я бы ей поставил. Отец. Опа.
отец. Отец, проснись. Апсулов положил начало. Хельхельм пробуждается от вечного сна. Пробуди Одина и возьми мой молот. Ой. Мы должны еще раз навестить Хельхельм. Ой. Ой. Это что, я там Тора разбудил? Я ничего не делал. Это не я. Я все на вас смотрю. Там, по-моему, Тор проснулся. Но это задел на вторую часть. Я вам гарантирую это. Это будет либо продолжение этой части, либо задел на вторую часть. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.